Здесь у нас происходит сборка двигателей, здесь происходит испытание двигателей. Эту производственную площадку по выпуску современных газовых двигателей на одном из крупнейших моторостроительных предприятий Ярославской области в прошлом году запустил лично Владимир Путин. Теперь такую же экскурсию, как и главе государства, на заводе провели для волейболистов Ярославича. Довольно-таки интересно, удивляют масштабы этого производства, что будут расширяться. И вот то, что идет поставка, что полностью от начала до конца полностью именно российское производство. Далее слово взяла группа поддержки Ярославичей «Lucky Star» – танцевальный номер девчонок в буквальном смысле. На несколько минут приостановил деятельность производственного цеха. Визит волейболистов и руководство Ярославича, да еще и с группой поддержки на завод, не случайен. Спустя несколько лет при активном содействии правительства региона стороны официально возобновили сотрудничество. По новому соглашению в этом году Ярославич получит 46 миллионов рублей. Эти деньги прежде всего пойдут на комплектование состава команды в новом сезоне, возвращающейся в элиту отечественного волейбола. Сотрудничество сейчас рассчитано на 2017 год. Этих средств достаточно для того, чтобы команда сейчас почувствовала себя уверенно на этапе вхождения в турнир, который начнется осенью. В дальнейшем у нас есть понимание того, что команду поддержат и другие промышленные предприятия. Волейбольный клуб «Ярославич» — это уникальная спортивная организация, воспитавшая 4 олимпийских чемпионов, победившая в высшей лиге, которая вошла сегодня в суперлигу. И то, что сегодня подписывается соглашение о сотрудничестве, это здорово. Это говорит о том, что спорт в Ярославской области развивается. На память о событии либеро Ярославича олимпийский чемпион Александр Соколов передал в музей предприятия комплект своей игровой формы. Кроме того, партнерское соглашение предусматривает активное участие волейболистов в жизни предприятия и его сотрудников. Во-первых, наверное, надо будет тоже экскурсию провести, показать наши достижения. У нас в клубе тоже есть чем гордиться, есть что показать гостям. И, может быть, да, какие-то совместные тренировки, мастер-классы. Будем повышать уровень волейбола. Работники предприятия теперь наверняка будут внимательнее следить за выступлением Ярославича в суперлиге. Старт нового сезона намечен на сентябрь. Владимир Летуновский, Георгий Иванов. День события.